Итак, третий день марафона. Мы немножко выбрались из минусов. Будем играть для начала один столик, вдумчиво и внимательно. Нужно обращать внимание на покерную часть марафона, чтобы быстрее отправиться в кругосветку. А то что-то дома так плохо сидится. И только покер меня удерживает. Только покер. Так, ну что тут у нас? Похож на фиша, чувак, да? Греция, Россия. Надеюсь, два фиша. Сегодня вообще классная тема. Сегодня у нас суббота. 152 тысячи человек на старзах. Да хренища фишей. Сегодня супер плюс его катать. Время 1:10 ночи по тайскому времени. 6.01. И мы начинаем наш третий день. Или продолжаем. Я, конечно, не все время со стримами катаю, а лишь частично. Ну, во время стримов у меня, кстати, грань немножечко похуже. Немножечко. Трансляция идет, все идет. Будем надеяться, что там все нормально. Так, ну что, будем тут ставить уже, начинать. Активно лепить, чтобы строить под, добирать стек. Давай, давай же, кто-нибудь заколь. О, поехал один клиент. Закрылось некое дро, конечно же. Но. Все-таки надо добирать стек. Тем более, что он фиш. С фиша как бы у нас больше вероятности собрать, чтобы он заколил какой-то там фигне. Интересно, сегодня придет наш этот донат-менеджер Love to Bluff. В прошлом стриме он экшен давал, конечно, прилично. А, дорогой, не проходи мимо, позолоти ручку, донатик. Чувак явно в теме, давно причем. До этого, наверное, работал на финалках МТТ. Узнаваемый стиль. Я раньше много играл на ТТХе, много финалок. И там тоже очень много было донат-менеджеров. Статистики нет пока что, да, на оппонентов. Ну, кстати, мне нравится их стата, на самом деле. Вот этого, наверное, фишом уже помечаем потихонечку. Этого, я думаю, что тоже можно уже. 71 на 0 в ПИПФР. Россия.
Так, проверить, только на джипсике идет трансляция. Что-то я фиг его знает. Сомнения у меня есть. Что трансляция нормальная. Сейчас, может быть, доиграю турнир и проверю. Кстати, зайду, посмотрю трансляции, идут ли. Если нет, то это очень плохо. Это значит, они сразу вылетают и, блин, геморроятся постоянно с этим. Тоже не очень дело. Хочется в покер поиграть в первую очередь. Это пуш, я думаю, это пуш, причем не до пуш. Вот так. Да, это тоже можно фишом сразу помечать. Смело. Два фиша за столом на тридцатках спин энд гоу. Вот это удача. И вот это досадно, что я проигрываю еще по ЕВ. Ну ладно, не стоит расстраиваться. Приберегем расстройство для более херовых ситуаций. Это все еще фигня. Вопрос, пушить здесь или по чуть-чуть ставить, конечно, интересный. Но добирать с восьмерки, с девятки. Да, блять, фиши называется. И все равно минус ЕВ с ним получается. Адски, адски. О, мания меня тут вылазит. Два фиша на тридцатках. Спешите видеть. Впервые под куполом цирка. Кстати, как он-то разыграл двойки, я что-то пропустил. Ох, пропустил момент. Джим, а ты тридцатки точно бьешь? Джим 28-28. Этот вопрос мы сейчас и проверяем, потому что я третий день играю тридцатки. И думаю, что вот как раз выяснится где-то, когда я сыграю 1000 рук. Я думаю, что если я бью пятнашки с винрейтом 55-60 фишек, иногда даже 65, то в принципе есть шанс, что я побью и тридцатки. С минимальным на данный момент, может быть, винрейтом, но я работаю над игрой. Очень активно, поэтому есть, так сказать, моменты, вселяющие оптимизм. Но насчет того, что точно, это нужно проверять. И вот сейчас мы этим и занимаемся. Если, конечно, кулера сдают, то не очень-то бью. Так, ну я так понимаю, что все норм, там стримы идут. И ладно, не буду перепроверять, буду катать дальше. Пока что один столик. Но я думаю, в субботу вечером, в воскресенье вечером, по-любому я тридцатки бью. По-любасу. Как минимум.
Латвия, Украина. Нет, все-таки два надо запускать, я не могу, это скучновато так один катать, сейчас второй запущу стол. Станет хоть повеселее. Может быть, потом снова на один перейду. Так, Латвия, Украина. Фиш и Латвия. Вот этот рек, я его по аватарке узнаю. Вот этот лес, Латвия, и статы у него 46 на 41 в ПФР. Думаю, что мы его можем сейчас пока сразу пометить быстренько. 40 рук, правда, всего на него. И нет, что с инетом? Блин, о нет, и нет, я поставил. Черт, и сегодня инет подводит. Что за жесть, блять? Самый лучший инет. И он тоже галит. А, ладно. Заново стартуем стрим. Заново надо будет сейчас на джипсике делать всю эту трансляцию. Все поупадало, наверное, 100 пудов. Сейчас проверим. Сейчас вот это доиграю, вот эту сич. И попроверяем. Я сейчас другой подключил Wi-Fi, может быть, он получше будет. Хотя, мало, блядь, вероятно. Я уже не верю в тайский интернет вообще. Да ёб твою мать, нахуй мне этот кипер, блядь, твой нужен. Сич. Пип 100, один из четырех минрейс. 3x у него был. А куда еще 25% делись? Странный рек, конечно. Странный рек. Так, 12 ББ рано колить. 13, даже 14. Вот он найдет. Слишком болтливый в чате рек. Так, чек.
Что-то сегодня все разговорились прям по чату. Так, ну чё, опять инерт, да? И второй Wi-Fi тоже что-то не очень. Хотя чуть подтормаживает, но посмотрим. Я сегодня был в гостях на стриме у другого пользователя GPT, у Змея. И у него было оптоволокно, и оно, черт, тоже было дисконнектило. Тоже с разрывами, даже оптоволокно. Что ж тут взять-то? Так, у него CBAT. 2 из 2. А Минрейс... Блин... Анпас. Что же говорить про тайский нет, когда у людей оптоволокно тоже. И то с разрывами. Так, король 8. Отчекиваем. G6, а по нашу там вообще плюсов G6. G6, 6,5 ББ. Не совсем хватает наша. Можно подлимпить. Ну, здесь пуш. Это рейс. Так, в лимпотах он ставил один из одного. Вообще в целом ставит много. Минрейс, лимп. Я думаю, что здесь будем и залетить его. Чек. Здесь пуш. Так, фолд пока что 2 из 3. Попробуем побольше порейзить. Интересно, как он будет реагировать дальше. Ну, заколил. Так, 2 из 2 фолд в лимпотах, но как бы нам все равно надо ставить. Ох, неприятно здесь. 4-3. Что же тут можно еще предположить? Ну, довольно хороший потоцы. У нас есть еще бэкдорчики. Чек попробуем. А добирать две ставки с туза как бы не вижу с рега. А вот попробовать добрать одну ставку. Валят 7, 6 и 4 по наш. Ага, он вообще лимп играет. Ну, я думаю, что здесь все-таки пуш. Несмотря ни на что.
Странный рек, на самом деле. Что это за рек такой, который Лимп Колет 9.6? Я, пожалуй, пока что его вот помечу таким полурегом. И теперь еще надо посмотреть, кстати, сейчас вот эта игра, как трансляции, там норм или не норм. На Твиче, там на Джипсе. Так, проверим сейчас. Так. На Твиче. На всякий случай сейчас поделиться. Вроде все идет. Копировать. Вроде все транслируется. Я вижу даже, что 10 зрителей. А, блядь, ситаут, надо было пушить. Минус блайнд. Так, Т8, смотрим. Минус пол блайнда. Т8, 6.6. Около нэшевый кол. Окей, пас. Что за тайская... А, типа король умер. В Таиланде тут король, кстати, умер недавно. Но почему я открываю стримы Gypsy Team, и там у меня король выскакивает, что король умер? Я и так, в принципе, знаю, что он умер. Так, так, дайте выиграть. Да. Сейчас могу хоть проверить. Ну и чё? Минуточку перерыва. Проверяем, как у нас тут на Джипсе есть ли стрим. А где его проверить? Может, просто вот на главное сейчас посмотреть среди стримов. Лайв. А, есть, смотри-ка. Давайте. Стоп. Не тот открыл. А, ну ладно, сейчас стримы. Амаха под лимит 10. Класс. И марафон выиграть до хренища бабок. Есть ли у нас тут трансляшка? Есть, смотрите-ка, ребятки. Действительно есть. А я сейчас что-нибудь напишу. Привет. Никто не пишет, я сам напишу в чат. Привет, ребята. Ребята, как дела? Все, отлично. Скоро появится. О, есть! Работает чат. Все, проверили, все нормально. Поехали дальше. Дисконнект просто был, я решил проверить, как там реконнектится нормально. Смотрите, все классно реконнектится. Играем дальше. Я два турика затащил только что вообще-то. Это супер. Правда, минимальные множители, но ничего. Так, ну чё, 60. Следующий. Самое, конечно, классное — это крутить барабан. Халявные бабки. Давайте. Не хочется стараться, хочется, чтобы выпало 300 тысяч баксов. Давайте быстрее. 300 тысяч. И все. И выигрываю 300 тысяч, и я и спокойно еду в кругосветку. Опять 60. Блять. Ладно, подождем в следующий раз. Инспектор По пишет. Привет, ребята. Привет, инспектор По. Молодец, что пишешь в чате. Ты красавчик. Молодец. Опять попы наезжали. Блин, сильно лагает. А, это из-за инета, наверное. Жесть. Жесть. Но у меня на самом деле это второй инет. И первый вообще дисконнектил адово. Я решил поменять. Сильно лагает. Блять, в прошлый раз был лучше. В прошлый раз слабо лагало. С настройки посмотреть видео. Видео я поставил минимальное. Кадр в 20 в секунду поставил. Все должно быть норм. Может, сейчас инет как-то раскочегарится, блин. Чуть-чуть, 5 минуточек, интернет заработает. Может быть.
Нормально. Время уже 1:34 в Таиланде. Должны уже все спать лечь. Освободить интернета. Ну все, неудачно. Думаю, что здесь, наверное, чек-пас. О, 31 фишка уже на турнир. За 101 турнир. Растем потихонечку. Интересно, ну здесь просто кол попробуем. Мне кажется, будет более прессовее, чем пуш. Вопрос хороший. У него там в диапазоне куча туз король, туз дамы, туз валет, вот такого всего шлака. И если поставлю пуш, он интересно проколет. Поверит ли? Не поверит. Ну, как бы меньше добирать я не вижу смысла. Тут такой СПР. Отлично. А еще и девятка. Так вообще. Ох. Ну, вообще тогда хох. Здесь надо будет ставить сейчас две ставки. Попробуем 65 поставить. 16. Так. Это залимпим. Так, ну что мы тут выбьем? Шестерку не выбьем особо. Пятерку точно. Туза тем более. Короче, ничего не закрылось. В итоге пас. Че, я надеюсь, уже поменьше лагает. Есть такие надежды, ребята. Ладно, попробуем выкинуть самую слабую руку. У него был один залейт. Чисто для динамики. Теперь будем лимп играть. О, отлично. Подловили. Нет, продолжает и залейтить. Что же такое-то? А у меня не сильно... Нет, даже у меня подлагивает. Хотя нет, не подлагивает, нормально все. Привет, ковбой, и удачи. 5-8 брат пишет. Ты случайно не знаешь Антона Заозерова? Антона Заозерова? Того самого? Того самого Антона Заозерова? Нет, не знаю. Не в курсе вообще, кто это. Так, ну он, короче, особо и на конбета не сдавался. У него рейс на цбет. 2 из 2. Вообще тип агрессивный.
60/80 в PPFR. Такой-то он засранец. Ладно, я думаю, это достаточно небольшие ставки. Раз он рейзит, что там много вкладывать? 3 из 3 уже рейз. Да. Это о многом говорит. Здесь сразу пуш. Минрейс 71%. Наказать пока что рано. Угу. Но у нас есть всегда варики. Поставить рейс. Страшный. Так, ну что, будут сегодня множители-то? Супер множители. О, кстати, я еще не зарегистрировался в, блин, акции Старзов. Эй, камон, давай. Там у них акция как раз по спинам каждый день. Можно выиграть. Позавчера выиграл 2 бакса. Сегодня... А, вчера 1 бакс. И посмотрим, сколько мы сегодня выиграем. Такая актуха, если кто не видел, играет спины. Советую записаться. Так, ну что, поехали. Надо набрать 100 очков. Старт. Вот это другое дело. Сейчас будем набирать очки. Сверну пока что. Но буду держать вас в курсе дела, дорогие ребята и девчата. Возможно. Семь, восемь, девять. Ну, тут можно, кстати, рейзить, я думаю, вполне. 75 фишек. Поставим. Здесь тоже можно рейзить. Посмотрим, как он реагирует на рейзы. Дам 2 это кол. Здесь чеколить будем. Явно. Здесь даже можно чек... А, ну слишком глубокие стеки для чекпуша. Посмотрим, может быть, прочеколем, как он поставит. 4,5 у нас по тотсе. Блять, по тотсе, просто в другом месте. 28%, 9 плюс 3, 12, 24. Примерно есть, на самом деле, по тотсов у нас. Чуть-чуть, прям в ноль. Но доберу ли я с него еще, прям, ну, чуть-чуть поменьше. Ну, короче, там трудно будет добрать. Ладно, выкинем. Нет соединения в данной программе. Видимо, провайдер блокирует. Что делать? В какой, блин, программе? В Твиче? Это же не программа. Стрим вообще через браузер смотрится. Может, попробуешь VPN-ку использовать? Если провайдер блокирует. Надеюсь, не мой же провайдер блокирует. Так, ну что, у нас ничего не поехало, так что играем чекпас. У меня ничего не блокирует. Трансляция идет, запись идет, все отлично. Отлично. По тотсе дает хорошие. Можно заколить все-таки одномастные коннекторы.
Ну, у нас 0 пока что из 100, но я только-только включил эту акцию. Поэтому сейчас будем смотреть, сколько наберем. Ах, спинлак прокатор не врубил, точно. Поэтому. Сейчас это мы исправим. Где же он? Где спинлак прокатор? Сейчас найдем. Бонус, точно. Где, думаю, бонус? Не включен спинлак прокатор. Все, запускаем, стартанули. В принципе, его можно свернуть уже. Ну, а теперь-то у нас точно все получится. Осталось только столы выровнять обратно. Все, спинлак прокатор запущен. Я думаю, сейчас все изменится здорово. Все будет классно. Так, у него фолд 83%, кстати. Я бы, наверное, уже начал офишом помечать потихонечку. Бет 4 из 4, 2 из 2, 3, 4, 6, ну чек кол. Восьмерку зачекал, да? А, Покер Старс. А, у меня была такая же фигня с провайдером. Там я на другой нет переключился. Тоже шляпа была. Не знаю, надо просто с другого нета зайти или перезапустить старзы, короче. Перезапусти старзы, да, точно будет работать нормально все. Ну где же его хваленый, блин, фолд? Он же так много фолдит. 63% пока что. И сейчас уже зарейзил два раза подряд. Ну все, теперь статистика резко изменилась. Теперь же будем больше в него лимпить. Так, минрейзов было 0 из 9. Ну что поделать, все-таки такой маленький стек. Все-таки 60. О, с нашей школы. Тренер. Сейчас мы с ним сразимся. Битва ученика с тренером. Алекс Чипун против Мауспо. Посмотрим. Класс. У меня как раз с ним завтра индивидуальная тренировка. Можно будет поотмечать раздачи против него. И чтобы вместе обсудить. Вот это будет весело. Я прям, наверное, побольше раздачи проотмечаю против него. Так, какой у него диапазон? У него там, в принципе, ох, и... Ну ладно, окей, пас, не будем ничего придумывать. Это интересный спот. Это будет битва. Да, против тренера всегда приятно. Сейчас придумаем против него что-нибудь страшное. Так, туз 2. Это интересно. Мы попробуем просто подколить. Ничего. Ни хрена. А у него минрейс за две руки, один из двух пока что, да? Ну, я как бы тут, наверное, сразу буду сдаваться, потому что я думаю, что он по множеству рук будет продолжать. У меня особо бэкдоров тут нет. Если бы какие-то бэкдоры были, я бы, наверное, колил там что-то. Пытался мутить против него, флатить, но... Я думаю, что он агрессивно играет, поэтому не буду ничего придумывать. А здесь вот можно. Да, старзы перезапусти. Естественно. Так, девятка. Но он, короче, показал, что выбрасывает на вторые баррели. На первый он сдался. Так, ББ, ВС, Баттон. У него 0 из 1 пока что. Я тут буду ставить все-таки для Вэлли. Думал об отложенном Сибете, как вариант.
Ох, неприятные пошли карты. И здесь мне не нравится десятка совершенно. Она помогла его диапазону кола. Отмечу я эту раздачку, кстати. Так, на всякий случай. И здесь я, наверное, чекану просто, да. Потому что действительно интересная раздача. Не знаю, как тут действовать особо. Девятку, семерку выбивать. Такие страшные карты. У нас есть шоудаун какой-то, но... Ничего не буду придумывать. Просто по шоудауну. Так, 3,5 здесь. Я думаю, что у него широкий будет рейс. Король 3, стоит ли пушить? Ладно, пока подождем. Аккуратно я так поиграю пока что. Ну, второй раз подряд. Ну, а куда деваться? Такая рука плохо играбельная постфлоп. Лучше я ее так сейчас при флопом уже разыграю. Что мог проколить? Блин, такой СПР, конечно, неудобный. А здесь я хотел ставку делать по тузу. Блин, я хотел ставку делать, теперь у меня уже не получится ставку сделать. Ладно. Окей, дам против валета. Ничего, будем колить тут. Никуда деваться, некуда. Проиграли, так проиграли. Значит, не судьба. Так, у него 3x, 2 из 13. Причем в глубоких стеках, а это не глубокий. По идее, здесь кол по нэшу, да? Король 9, 17 бв вообще кольца. Но меня смущают всегда такие 3x в таких потах, как не до пуша. Все-таки... Блин, что у нас ЕВшка там? 60-ку уже. Который раз подряд выпадает. У меня там в минус, наверное, бонус. О, нет, 25 очков набрал. Скоро в минуса пойдут. Там, если набираешь подряд несколько... 2 иксов, то... Минус 5 очков. Минус 5. Откуда у меня 25, непонятно еще. Что такое старзы? Вурак. Интересный вопрос от чувака, который смотрит стрим по покеру. Что такое старзы, ребята? Ответьте, пожалуйста, человеку, что такое старзы. Пока что я... Мне некогда, я играю тут в покер на сайте Poker Stars. Не могу отвечать на этот вопрос. Слишком долго получится. Старзы — это звезды. Но в данном контексте это, конечно, сайт PokerStars. Что такое старзы? Вам многие регулярно ответят, что это галимое говно, блядь, на котором я просадил пол банкролла. Вот что, блядь, такое старзы, еби их мать. Ебучие мудаки они, вот кто такие старзы. Мрази, блядь, даунстрик мне год не выключают. Старзы. Спросите у меня еще, что такое старзы. Светка. И Польша. Кактус ОГ из Польши. Светка, такой реговский ник. И такая реговская страна, как Венгрия.
Ну давай, калируй меня. Ах, плохая карта. Тройку, шестерку тоже ни хрен выбьешь. Тут еще и четверка помогла его диапазону. Вот девятка бы, я по девятке бы ставил с удовольствием, конечно, но сейчас уже поздно. Ну, 60 опять? Ёб твою мать. Точно работает? Надо перезапустить. Спин лак прокатор. Чё, блядь, не работаешь? Что-то сбаивает в последнее время. Так, Twitch канал. Так, все, трансляция работает, все норм. Что, говорят, такое старзы? Кошка-то гуляша. Кошка загуляла у нас. Приревновала к собаке и ушла из дома. Блин, а я забыл поесть. А у меня же правило не есть перед стримом. Может, мне просто камеру выключить, поесть? Кстати, классная идея. Выключить камеру, поесть. Потом снова включить камеру. Как вам такая тема, чтобы не смотреть, как я ем во время стрима? Да, я думаю, это будет норм. Хорошая идея. Может, на лимит полиже спуститься, прозвучал вопрос в чате. Отвечаю, что я только оттуда пришел. Чего мне туда возвращаться? Только недавно сам оттуда. Так, у нас туз пришел, да? У нас есть варик типа порейзить. Есть варик почекать. Есть варик почекрейзить даже. Ну, тут дают хорошие потоцы, поэтому лучше, конечно, колить будет. Да, коли здесь более лучше. Более лучше, точно. Отлично. Вот теперь совсем другое дело. Теперь будем бетать. Вопрос, часто ли там будут тузы? Но я думаю, что я не буду сильно грузить. Я попробую сейчас добрать с короля. Не очень большой ставкой. Да, пожалуй, поесть — это хорошая идея. Рекиру с тунцом. Да, камеру сейчас выключим, извините. Могу показать еду. Потом выключу камеру, съем еду. И снова включу камеру. Надо, главное, не забыть это сделать. Крекеры с тунцом. Классная штука. Рекламирую. В 7-Eleven Таиланда продается. В частности, на острове Самуи. Мы, значит, сегодня обзор, помимо покера, будет обзор еще крекеров. Мы, значит, сделали анпакинг этого продукта. Внутри находится баночка с тунцовой смесью. Там салат, тунец, богатый белочком. И вот в этих вот, значит, пакетиках находится... Мы сейчас их сделаем анпакинг тоже. Пакетиков. Находятся крекеры. Сейчас я просто вкратце покажу. Алекс Борода такой просто дерзко. Причина лагов. Причина лагов. Хрен его знает. Не везет просто по жизни, наверное, мне. Чуть-чуть замучу сразу, блядь. Покер играю, даунстрик, блядь. Стрим делаю, лаги, все как-то галимо. Ну вот разве что крекеры только нормально заанпакились. Вот сейчас буду есть. А знаешь, может попробуем сейчас отключить камеру и лаги исчезнут. Давайте проверим. Оп. У меня выскочила моя шпаргалка. Кусочек. Берем. Так. Причина, говорит, лагов. Какова? Так, ну что, все-таки нормально все, да?
цветочки там, все, ягодки вместо меня. Нормально. Даже можно не выключать. Надо было и звук тоже выключить. Я же жую, забыл совсем. Совсем позабыл. Вот так сделаем. О, вот. Как вам такое? Славик под ЛСД. Можете понаблюдать это 5 минут, пока я ем. Постараюсь жевать потише. Ну как, лагов поменьше стало, ребята? Может, не включать тогда камеру, если не лагает с камерой? Без камеры, точнее. Тогда мы выясним, что же было причиной лагов. Анпакинг второго пакетика с крекерами завершен. Он один раз не ставил в лимпоте сибет, я решил залидить. Угу. Здесь мы можем, наверное, почеколить его. Почему? Потому что, ну что у него там в диапазоне? Какие-то оверкарты, которые он сейчас может еще попробовать поставить. А у нас уже готовая value. А, ну блин, защищать. Ну, на самом деле нет. Херня идея. До хрена с чего защищаться. С двойки там, с туза. Но можно на чекол перейти, потому что у нас рука такая уж уязвимая. Начнем с этого. Все-таки есть флеш-дро. И мы сейчас так страшновато забетим. Может быть, доберем даже стройки. Теперь-то уж. Причина лагов еще может быть в инете, потому что у меня все-таки подтормаживает инет. Фолд в сибетах, в выраженных потах 0 из 1.
Думаю, сейчас доиграю, может быть, перекур сделаю небольшой. Катать еще собираюсь долго. Так, начнем с камеры. Вернемся в эфир. Эй. Камон. Ну вот, наконец-то. Сытый и довольный. Я думаю, вот ассистентку приглашать, нет? Дело в том, что я сейчас ассистентку приглашу, и никаких лагов, ребята, точно не будет. Она прям сейчас постримит несколько минут. Прям вообще без лагов абсолютно. Будет все супер. Все будет летать. Сейчас я вот доиграю на перекур. Моя ассистенточка меня заменит. Чуть-чуть подождите только. Угу. Ну все, я уже за ней. Да, пошел за стен. Алюночка. Людмилочка пришла. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Ничего нафиг не меняем. Она очень общительная, ребятки. Оставляю вас наедине, а я пошел перекурить. Короче, блин, Людмилка плохо стримит, дисконнекты постоянно, я ее нахер выгнал. Буду сейчас без нее вести теперь. Переключился на другой нет, попробуем сейчас, может не будет дисконнектить так часто. И лагать перестанет, возможно. Блять, шестьдесятки. Сегодня вообще больше шестьдесяток ничего не выпадало. Что такое? Что за день? Точнее, ночь. Сейчас 2:12 уже, черт. Глаза-то подслепаются. Ну, 60 опять. Как там, кстати, наша акция 2x? Я ее запустил уже. Работает, нет? Эй, камон, зачем мне браузер? Мне акция нужна. Так, что, посмотрим, как он на рейзе реагирует. Здесь проколем одну ставку, я думаю. Можем себе позволить. Что там в акции? 50% уже выполнил. Еще чуть-чуть. Но сегодня-то по-любому надо добить акцию.
Ну, чё, выкидываем, я думаю, изи. Так, у меня же 33 фишки, растет чип ЕВМ потихонечку. Блин, надеюсь, там все нормально сейчас переконнектилось везде, не надо стримы перезапускать. Вроде в прошлый раз все норм было. Так, тут Туз-9 можно пушить, я думаю. Стеки чуть подукорочены. Больше похож на Фиша. Джаровский. Ох уж этот Джаровский. Ну, запушим по Нэшу. Я думаю, не допуш будет более. Так, 5-7. Минрейс у него был один. Угу. Двусторонночком. Просто подколем. Будем колить. 10 чек. А здесь попробуем чуть подобрать с оверкарт, с каких-то там, может быть, гадшотов. Агрессия 67. Довольно много он ставит. В принципе, можно ожидать от него пытку выбить туз икс, король икс. Нет, не хочет. Значит, мы будем добирать туз икс, король икс. Валет 10. А что там на доске было? О, у него валет 10. Мы еще переехали этого типа. Ну что, я думаю, тут можно занедопушить. А здесь можно зарейзить. Литва. Похож на Рега. Третий раз он уже в нас минрейзит. Здесь я думаю, что у него СБ в ББ, СИБ 100%. Один из одного, правда. Ну ладно, здесь подколем. Да, странная ситуация, конечно. А у него. Но опять же, он вроде не провоцируется, и небольшой добор может принести какие-то результаты. Опять же, да, колет. Что у него с залейтами? Залейтов нет, поэтому сразу пушим. Были бы и залейты, я бы, наверное, еще мог залимпить. Так, Т7. Эй, команд, Т7, покажите мне Т7 по Нэшу. Т7, 5 и 5, колем. А, по идее, ну...
Open Show только в глубоких есть. Ну ладно, Punish Call. Здесь вот я бы уже на... А, так. Фолдит он вообще мизер, один из девяти, поэтому будем рейзить. Отлично. Шестьдесят опять. Все турики сегодня 60. Все, просто все. Тьфу. Что за жесть? Ну, мне-то пофигу. Я в пуле. Вообще без беды. Так. Попробуем канбет ставить все-таки. 41 фишка на турнир уже. Чуть подросло ЕВшка. Подросло ЕВшка. Так, 3-бет, у него флет 9, половина флета, немного 3-бета и много фолда. Ладно, пуш. Здесь бет. Король 7. Отчекиваем. Так, у него в диапазоне... Конечно, он зацепился. Такая, такой борт средний, когда очень легко зацепиться. И у нас как бы эквити не очень много. Хотя у него 80% в лимцебетах канбет. Я думаю, ладно, пока подождем. Не будем тут пока ничего придумывать. Так, если я ставлю 3,5, то мне хватает... А, блин. Ну, я думал еще пушить ривер, но... Если такая большая ставка, то он должен все убрасывать, кроме совсем сильных. Так, здесь будем рейзить 100%. Точно. 105, вот так. Не очень удачная карта, двойка. Вообще, я, наверное, тут закончу с нашими рейзами. Туз 8. Блин, хоть выбрасывай, на самом деле. У него минрейз сколько? 6 из 30. Довольно узкий. Я бы тут других бы пушил бы. Но этого типа против этого типа сыграю своевовенько, выброшу. Уж слишком он тайтово открывает баттон. Не думаю, что тут много эквити в этом пуше. Так, ну а здесь попробуем все-таки еще разок его зарейзить. Такая доска, на которую он... Ну ладно, опять чек-пас. Ну, там доска была такая, что в которую трудно попасть в лимп, с его диапазоном лимпа. А, ну он сюда еще подмиксовывает, конечно, наци. Иногда это понятное дело. А вот минрейс у чувака не тайтовый. 9 из 16. Я думаю, что здесь... А вот 3х тоже, 44%. То есть я думаю, что здесь можно его наказывать, потихонечку начинать. Так, это сразу пуш.
Так, что у нас, как дела там по ИВ-шке-то? Растет ИВ-шечка. Это самое главное. Ого, первый множитель X4 за сегодня. Я уже сколько часов? Битых часа полтора-два уже сижу. 40 фишек пока что. На турнир за 109 турниров на тридцатках. Уже в плюс, ближе к плюсу дела идут. А, у него 3 bet show, 5 из 10, easy call, давай иди сюда. Иди ко мне, дорогой. Плевать, главное EV. Так, ну тут, конечно, много экшн-киллеров может выпасть, но у нас на них блокеры, поэтому, в принципе, продолжаем калировать и добираем еще, продолжаем каких-то блефов, может быть, возможных. Туза он должен был ставить, поэтому я, наверное, сделаю здесь небольшую ставку. Попробую с короля добрать, с десятки. Четверка должна, по идее, в нас перевернуть. Что там было? Король 10. Угу. Да, можно было пушить на терне, но кто же знал, это результат ориент тоже получается. Так, минрейс у него 22, то есть в эту доску он не всегда попал. Я тоже буду подрейживать. Нет, все-таки попал. Ох, ничего не поехало, блин. Запись-то идет, идет, все нормально. Ничего не поехало, дебильный терн, ничего не изменилось. Я думаю, что сыграем, не буду, короче, я тут особо дальше блефовать. Придется колить пуш, конечно. Спасибо, этому у него мало инфы. Но я, в принципе, хотел чекнуть. Здесь даже можно чек-кол сыграть. Пытаться по король хай. Так, он не пасанул. Сдам мы так и так. Семерку. Ну, чек. Довольно узко будем выбивать, если просто семерку. 3, 4, 6, 7, 8. Без пятерки. Ни хрена. И тут он у нас пушит даму. Что он может пушить? Только даму. Семерку вряд ли будет. Пятерка у нас есть. Девятка. Ну ладно, пас. Кстати, как там дела у нас по... О, 90 из 10 уже. Из 100. Интересно, что же удастся выиграть. Там, по-моему, призы не сразу объявляются. Но можно выиграть до 20 тысяч баксов. Я уже выигрывал позавчера, как я говорил. 2 бакса. Вчера бакс. По всей логике вещей сегодня должно быть 20 тысяч. Не правда ли?
Кани Делорекс Про. Да, к сожалению, картинка у всех, походу, лагает. Жесть. Даже у меня подлагивает немножко. Раз, два, три, три, четыре, пять. Да, подлагивает. А звук не подлагивает. Беда, надо что-то делать. Будем исправлять ситуацию. Ну, сейчас уже, наверное, вряд ли. Я вроде качество, блин, поставил минимальное у видео. Где тут настройки? Видео вообще стоит минимально. 960 на 540. Это ж пипец. Трансляция. 90 секунд задержки. Разрешение настройки. Установить интервал ключевых кадров на 2 секунды. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Нажмите кнопку оптимизировать для автоматически внести необходимые изменения. Так, интервал ключевых кадров. Задержка от предподключения. Режим несколько. Длина буфера повтора. Сейчас мы попробуем изменить ситуацию. Видео. Кадр в секунду. Пользовательское. Кодирование. Где же тут интервал ключевых кадров-то? Два. Видео. Расширенный, наверное. Интервал ключевых кадров 4, а мы поставим 2. Применить. А где еще тут оптимизировать? Может, сейчас получше будет? Оптимизировать. Нет, все уже нет. Эх, вообще все подвисло. Нет, нормально. Видео 20 кадров в секунду. Может поставить 22? А, все равно до следующего запуска. Ну ладно. Пусть будет до следующего. Кодирование. Это у нас звук. Стерео, шмерео. Так, ну вроде звук-то не влияет. Ладно, может быть, улучшилась ситуация, мало ли. Всякое бывает. По крайней мере, у меня улучшилась ситуация по ЕВ. Уже хорошо. По ЕВшке я уже иду в плюс. По деньгам ЕВшным в плюс, скорее всего. Сколько у нас там? А, нет, 37 фишек на турнир пока что со 111 туриков. Но растет, растет графончик в последнее время неплохо. Так, 60 и... Литва, Романия. И 60. Один разок мне выпал X4, и все, этого достаточно. Но хватит на сессию один раз. Мне нужны множители топ-3, на самом деле. Ни больше, ни меньше. Мне нужно 6 тысяч, 3 тысячи и 300 тысяч. Да, и нет, теперь залагался. Ну, вообще беда во всем. И трансляция лагает, и нет лагает. Ну, беда, беда.
совсем беда. Так, ну чё, мы там завершили наш этот челлендж-то? О, да, челлендж есть. Не пишет сразу, сколько я выиграл, к сожалению. Никак не посмотришь особо. Может, попробовать в Старзах там сейчас залезть. В кошельке. History. Вроде... $1. Я выиграл $1 в этом челлендже, дамы и господа. Опять $1. Позавчера был 2. Так, пожалуйста, не врубай комп. Хорошо? Отлично. Мой ассистент сегодня не будет вырубать компьютер, системный блок из сети, поэтому стрим все еще продолжается. Хоть и с лагами. Жесть! Надо интернет переподключать. Но я уже туда-сюда этот интернет переподключаю, и все равно отстойно. Чек, ладно. Короче, пошли дисконнекты сплошные, блин, и вообще ничего не поделаешь. Видать, не судьба сегодня тоже долго стримить. Ну ладно, я уже тут 2 часа, в общем-то. Можно уже, наверное, закругляться. Доллар я уже выиграл на акции. Не знаю, что-то с инетом, что делать. Надо переезжать как-то там, домик свой снимать и так далее. Я сейчас тут живу на складе. Подрабатываю сторожем склада, если что. Покер мне уже полгода недоборы. Денег особо не приносит. Приходится как-то дополнительной работы искать. Вот. Я хочу немножко заработать денег, снять себе жилье, все дела. Может быть, там будет нормальный нет. Будет подлагивать. Наверное, за инета подлагивает, потому что у меня нормальная нагрузка на оперативку, но проц вроде нормальная. Да, совсем беда. И с инетом беда. Переподключаемся-ка мы на другой. Давай, блять, сука. Давай. На другой нет. Если честно, с этими лагами.
9-7. И тут он у нас белорус. Ну, короче, пас. Тут пас. Тут фолд. Здесь лимпим. Да, что-то я уже немножко подустал, мозги затекают, надо заканчивать, наверное, уже точно. В принципе, ладно, Бакс уже выиграл по ЕВ, точнее, по этой дурацкой акции, я думаю, достаточно. Джек 3. Так, ну что, последний турик доиграем. Сегодня все равно ничего выше 60-ок не выпадет, поэтому, блин, можно даже не надеяться. Думаю, завтра. Завтра уже будет что-то более весомое. И спин-лак-прокатор не помог. Выключаю сразу нахер. Не буду лишний раз лак жечь. Нет, Инет совсем, конечно, затух. В 2 часа 43 в Таиланде затух Инет. Все, как говорится, до свидания. Окей, пас. Ну что, посанется, нет? Ну давайте хоть доиграю, блин. Хоть как-нибудь доиграть чуть-чуть. Блин, сейчас вообще жестко, скорее всего, лагает. Ох, кошмар. 100% грузится проц. Почему? Наверное, я настройки поменял, поэтому. Может, оставить интервал ключевых кадров. Все-таки. А, наверное, из-за того, что, блин, я поменял там количество кадров в секунду с 20 до 22, может быть, 20 оставить на следующий раз просто.
Ну, самое главное, что в записи все будет норм. Хотя запись тоже прерывалась 500 миллиардов раз. Сейчас это все склеивать. Кошмар. Кошмар. Так, ну что, на выигрыше закончим? Уже пофигу, я уже выиграл по ЕВ, по-любому. Да, отлично. Ну ладно, что-то вообще меня срубает сегодня. 2 часа 47 уже ночи. Всем спасибо за внимание, кто досмотрел до конца, если такие есть, конечно. Всем пока, скоро увидимся. Марафон продолжается. Третий день, я уже изнурен, изможден. В общем, пойду спать.